Всем привет! Это уже, кажется, четвертая серия, именно как это на ютубе будет. И мы, опять же, продолжаем играть в Battle Cats. И опять же, сразу же, как только выкладываю серию, сразу же начинаю записывать новую. Я правда не знаю, что говорить. Поэтому вы просто наблюдаете, как я просто играю в Battle Cats. Нет. Я уже буду качать то, что у меня уже есть. Сейчас будет новый босс. Вот такой, видимо, будет выпуск молчания, может, я так его и назову. Я не знаю, как назвать этот выпуск. Винтус пришел. Не знаю, может мне подкопить на длинноножку. Ну,
Если честно, я думаю, что вот лично для меня свинья представляет куда меньшую опасность, чем бегемот. Я не знаю, там именно ее там точно, сколько у нее хп, сколько у нее там атаки. Я вот просто говорю по опыту. Надо будет на Вики посмотреть. Опа, это хорошая шняга. Окей. Ну, тут уже аж 6 минут идет, скоро 7 будет. Так что всем удачи и всем пока.